Чтобы стать донором крови, надо быть абсолютно здоровым человеком. При себе, значит, иметь паспорт с полных 18 лет. Мы ждем в нашем центре крови. Донор приходит, заполняет анкету. Дальше врач-трансфузиолог делает осмотр, донор сдает анализы, где мы смотрим группу крови, резус-фактор, гемоглобин. Ну и в дальнейшем врач-трансфузиолог отправляет на процедуру. Либо это кроводача, либо это будет плазмафорез. Эту акцию приурочили к Национальному дню донора, который ежегодно проходит 20 апреля. Стоит отметить, что ежемесячно в центр крови приходит по 350 человек, которые желают помочь людям и сдают свою кровь.